Москва. Торговый центр Щелковский. Дубль 2. Расскажем правду. Мы снимали, эмоции дали, но нас привела техника, и звук куда-то пропал. Поэтому мы уже по пройденной колее пойдем по тем же местам с такими же эмоциями. Эмоции тех же не обещаем. Да, но мы постараемся передать. Татьяна Павловна, давай по тексту строго. Я не знаю как. Строго по тексту. На самом деле, друзья, очень сложно снимать второй раз, когда ты уже рассказал, ты поделился, и ты понимаешь, что там, да, 2 часа съемочного материала просто коту под хвост. Мы с вами рядом с магазином «Шведом». Правда, у тебя что, прям это... Вот не клеится, да, у тебя вот название этого Ну, магазина? Честно, да, я уже не первый раз его «Шведом» называю, «Свитхаус». А прежде чем вообще, в принципе, да, начать снимать, изначально у нас Дима сидел здесь, настраивал технику, я сходила, пообщалась с сотрудниками магазина, сначала под видом покупателя, потому что самим интересно. Доставка. Так, пауза, дискотека. А? Дискотека едет, подождите. Но торговый центр очень шумный. Так, пускай дискотека проедет. Он всегда, кстати, вовремя, он первый раз тоже мимо нас так проехал. Нечаянно. Ой. Давай дальше. Смотрите, значит, узнала планы вообще, в принципе, бренда, да? Бренд белорусский, зашел как бы надолго. В планах до конца этого года около 10 магазинов. Это Москва и Питер. Это пробный, самый первый маленький магазин. Ему всего месяц. Цены, сразу скажу, где-то адекватно, где-то неадекватно. Но я думаю, это про это уже многие говорили. Мы не будем здесь первооткрывателями. По гарантии сразу скажу, чтобы не забыть. На корпусную мебель, это все, что деревянное, гарантия 24 месяца, на мягкую 18. Комплектующих, как было у Икеи, тут поломалось, здесь поменять, этого нет. Поэтому при покупке эти моменты, пожалуйста, выясняйте сразу. А вот смотри, кстати, вот у Икеи было. Можно я к тебе подойду, а ты туда будешь показывать, потому что я тебя не слышу. Нет, принятие товаров ненадлежащего качества, бракованные, принимались у Икеи по чеку и без чека. Это я не спрашивала. Вот. Здесь сказали все по российскому законодательству. Ну, все понятно. Поэтому все моменты лучше уточнять при покупке, потому что магазин в процессе откатки. Все, поехали тогда смотреть. Показывай ближе. Подушки Юстина, цена 670 рублей, благо я быстро запоминаю цифры. В принципе, ассортимент Юстины базовый, он был изначально и у Икеи. По Юстине идем сюда. Какой момент? Подушка двухсторонняя. Хочу просто напомнить, я не знаю, будешь ты сделать спойлеры на старые обзоры или нет, Юстина в процессе, если вы ее запихаете в стиральную машинку, ломается, ну, то есть, как бы, да, скукоживается пенополиуретан, поэтому лучше такую чистку без стирки. А, по-моему, и по... Хотя не по ярлычку, стирка 40 градусов, но у меня стирка была неудачная. Серия называется Country, мы с вами сразу просто будем, да, отрывками, что у нас есть. Это а-ля Хемнос. Комод, не комод, здесь у нас, господи, кто не, галошница, 17300, в черном и белом цвете. Помним, что Хемнос — это массив сосны, он мягкий, и у Икеи были стекла покрывочные. Я рекомендую все-таки у себя в мастерских, в городе, если вы, ну, или, да, в Москве. Кстати, доставку магазин в регионы не делает, только Москва и область обязательно покрывает сверху, чтобы это пожило подольше. Ручки, соответственно, а-ля Хемнос, но другого цвета. Также трогается, как Хемнос. Проще. Давай сделаем проще. Ой, вверх ногами, ну я не знаю. Кому? Ну давай перевернем. Жух. Кто успел, прочитал. Я не это пока. А я не знал, что там. Я хотел показать направляющие. А я, кажется, этикетку дернул, да? Здесь у нас 2 отделения. Пластиковые разделители. Магнитик и 3-я полка уже под большую обувь. 17300, трехящичная галошница. Четырехящичная галошница, 14500. Чего, например, мне не хватило на этикетке, давай сразу покажем. Не хватает дополнительной информации. Из какого дерева, что, размера. То есть кратенько. Прям вот тут даже местечко есть, куда хотелось бы дополнительную информацию. И информацию, как купить.
Ну, я думаю, со временем сделают. Пойдем дальше. То же самое, только в черном цвете. Поближе подойди к тележке. Тележка для ванной. Это, в принципе, кстати, она стоила в Икее около 1400, потому что у меня у мастера по депиляции вот такие стоят в студии. 2030. Она будет там, чуть подальше ее можно будет руками взять. Передвигаемся дальше. Серия Малинда только в таком цвете. Синий цвет все-таки много на себя берет мусора. Это имейте в виду, с домашними животными такой цвет не рекомендую. А тележка, если я не ошибаюсь, Драгон. В цвете бирюза, цены нет, если где-то найдем, покажем. Стулья кантри, очень напоминают Каузби. Кстати, не хочешь в дом такие? А, не, мы мягкие же решили. Да? Ну, если бы цена хорошая была. 5600? Блин. Не очень хорошая, да? Стол круглый кантри, 38700. По размерам, к сожалению, не скажу. По сервировке вся эта посуда представлена в магазине, она там дальше будет по выставкам. Кстати, мы первый раз, когда снимали, мы шторы вот эту сторону вообще в принципе пропустили, мы ее не показали, поэтому вернемся к ней. А-ля гостиная, серия Страдмон, ну, названия, соответственно, другие у магазина. 19 с копейками стоит кресло, два цвета, такое рыжемарковное, терракотовое и бежевого цвета. Пуфики есть еще коричневые и синие, поэтому уточняйте по наличию, возможно, и кресло под заказ тоже есть. Пуфик 4900, кресло 19750. Это прям 100% Страдмон, у нас дома живет синего цвета. И я несу свои 5 копеек. Угу. Не любит шерсть животных. Особенно на этом синем цвете. Даже если то, что у нас собака гладкошерстная, вся шерсть Никая. До каждого волосиночка. Все видно? Все видно. И пылесосить я этих женщин не могу заставить. Мы пылесосим, не выпендривайся. Но это у них плохо получается. Так, поближе не ко мне, поэтому а к мебели. Поэтому я ругаюсь. Я так, говорю. Это не влог. Хотя бы плед. Хотя бы плед. Диван поближе снимай, не меня, меня не надо снимать, я не магазин. Ты не диван. А, диван а-ля Фрихтен Тойва, бежевый цвет и серый, 46. А, то же самое, козетка ставится на любую сторону, какой вам нужен. На Яндексе, кстати, много подушек отдельно для Фрихтена находила. Внутренности? Все то же самое. А ты как бы показал? Да, ты более, все ты видно. На глубине, все видно. На расстоянии 3 все. Метра. А плед? Серия, сейчас найду. Винтерфинт, мы уже когда с Димой первый раз снимали, четко поняли, что это была новогодняя коллекция, потому что есть плед, есть свечки, есть подставочки. Ну, такой, да, новогодний ассортимент. Идем дальше. Серия Мамут, стульчики 200, синий цвет, табуреточки, кстати, цену не нашла, но где-нибудь сейчас найдем. Столы 3250, все то же самое. Упаковка, ну, в общем, как оно было. А дальше из деревянной детской серии представлен вот такой табурет 2750. И вот такой стульчик 1600. Стульчик из массива сосны, обязательно покрытие, иначе он вот так быстро зашоркается. Воском. Можно без света, можно дуб, тик и то, что вам нравится. Счеты 2300. Нет. Нет. Вот, видите, все как обычно. Свит хаус нас путают с консультантом. А пойдем сюда, ближе. Детский стул для кормления а-ля антилоп 2900, продается целиком. А все то же самое. Отличие цвет. По цвету. Да, то есть цвет более бежевый. Ремешки лежат вот здесь. Цвет слоновой кости. Да. Дим, мне кажется, очень далеко снимаешь предметы. Все хорошо? 4К. А, хотите, смотрите в лучшем качестве. А, смотрите, значит, то, чего не было уже в Икее, но здесь появилось. Это Икея с логотипчиками. Это детская сидушка на унитаз. 800 рублей. Мы их уже не застали. Да, мы их уже не застали. Вот мягкий ободочек, снимается, все моется. Штучка очень классная, я аналогов не встречала. Потому что, когда у нас Аленка росла, мы пользовались икеевской сидушкой, она ей была жестковата, она пищала по этому поводу. Штука классная, 800 рублей, ценник адекватный. А дальше идем, любимая табуретка для ног. Все
все то же это самое, классика. Прорезиненное, тот же пластик, все классно, с логотипами, все как надо, 360 рублей. А дальше, кстати, такую штучку мне показали, подставка для канцтоваров. Это куда? Так-то, в принципе, это для малышариков. Ну, удобно. Логично. Стоит всего 100 рублей. Контейнеры Труфаст 340 и 350 рублей в зависимости от цвета. Это узкие, мы к ним дальше перейдем, они будут на выставочке. И к ним есть крышки. Так, на этом стеллаже у нас еще подушка детская Лен для грудничков. 290 рублей. Первый раз, когда снимали, я смотрела изготовление. Изготовление в основном все, что прям вот с логотипом IKEA, 22-й год. То есть как раз, скорее всего, до. Да? Любимые ящики на колесиках. Помнишь, что скакаленка у них каталась? Угу. 750 рублей. Крышечек я к этим ящикам не увидела. Три цвета. Розовый, белый и синий. Так, кушетка а-ля Хемнес. 48. С копеюшечками. Ну, давай сразу покажем. Да, давай. Что мы обнаружили для себя? Потому что нам, в принципе, такая кушетка актуальна. Почему-то краска уже сдирается. Быстренько. Да, вот затерли. Вопрос. И давай открывай. Короче, друзья, смотрите. У кого Хермес? Смотрите разница какая. У вас должно быть металлическое в оригинале, а тут деревяшечка. Но ламели тут намного более толще. Жесткие. Не жесткие, а более толстые. Угу. Более широкие. И вкусно пахнет. Кстати, такой момент. Ламели к этой кушетке продаются отдельно. Они не входят в комплектацию. Заказать можно у продавцов. Матрас тоже отдельно. Это цена за пустой каркас. Имейте это в виду. Так, давай переместимся вот сюда. Так, подушки. Тут также Юстина в красном цвете. Вот это подушки, которые идеально подходили для стульчиков Каузберг. Вот как это будет выглядеть с юбочкой. А можем вот так оформить? Можем вот так оформить. Но это получится... Почти 7 тысяч за стул, за эти деньги. О, боже. Так, короче, 1150 эти подушки в бежевом и сером цвете. Я, кто подзабыл, хочу напомнить, что они двухсторонние. Однотон и цветочек. Так, кудра на подушке, они как домашнего использования, так и уличного. То есть на улице тоже хорошо используются. Как я понимаю, это просто предмет интерьера, потому что ни ценников, ничего нет. Дальше идем стеллаж а-ля Хемнес. 30500, то есть без малого. 31 тысяча. У нас у самих живет такой же, и мы с Димой договорились о том, что он покажет. Нет, я просто проще скажу, Таня. Вся фурнитура другая, не икеевская. К сожалению, петли более дешевые, а направляющие выдвижного ящика более дешевые. Как-то так. Как будто вот то ли кривовато стоит. Жибленько. Так, идем дальше. Смотри, кстати, интересно, а-ля такой этот набор Йокмок, да? Mm-hmm. Комплект изделий, стол, 4 стула, Вествик, белый, 28 тысяч. А что означает, смотри, желтый ценник? Есть белый и желтый. Честно. Ты не спросил? Не спросил. Печаль. Я уже не буду никого бегать мучить. Стул отдельно 3900. Я что-то не узнаю его в гриме. Ну, слушай, на что он похож? Как раз Йокмок в крашеном белом цвете. Потому что и по размеру, и по форме очень на Йокмок похоже. Стеллаж металлический, книжный. Ну, как бы он хорошо интерьер украшает. У кого больше стиль лофт, единственное, что с ним нужно аккуратно, его нужно как-то крепить, фиксировать, иначе все это попадает. Нет. Я ценника не помню, сколько зря паникуешь, когда стеллаж нагрузится, он будет совершенно пустой. Согласна. Светильник напольный Лерста, то есть такой, да, условный торшер, 3700. Алюминиевый. Дюжу нас любили его мастера раньше, ну вот так собрали или... Разболталось основание. Разболтали. Вот тут. Разболтали. Это боль страданий всех икеевских торшеров. Каркас Труфаст, он будет дальше, там будет ценник, мы его покажем. То есть есть еще и, ну, Труфаст у нас получается, вот поверни, пожалуйста, камеру. Труфаст у нас представлен вот в таком виде. Сейчас, секунду. Вот, Дим, ты далеко. В центре. Понятно. Вот так будет. А поближе нельзя? Вот фокус. А поближе нельзя? Ну, это бегать. И вот такой вид Труфаста, ценник, дойдем, подскажем. Стол Кантри, опять же, да, это Хемнес, письменный стол, 15 тысяч.
Размеры не прописаны, уже есть моменты, то есть по поводу брака, эксплуатации. Он здесь также открывается заднюю часть, полочку эту. Есть еще в белом цвете, там стоит, да. Все. Полочка также открывается под провода. Так, кресло покажем там, чтобы не мешать. Стеллаж. А, кстати, а-ля Билли. А та же даже и есть Билли. 14-250. Это получается 80 на 202. Цвет беленый дуб, тот, который с малюсочкой. А? Белого нет. Белого нет. Странно. Опять же, возвращаемся а-ля Фрихтон, да? Только в бежевом цвете. Диме понравился вот такой журнальный столик Энкель за 2900. Но цена меня отпугнула. Не понравилось, да? Пойдем сюда, мы ушли, просто здесь еще шкаф, комод. Восьмиящичный а-ля Хэмнес, 29 300. Все то же самое, другая фурнитура, другая окраска. Нет, на самом деле они все одинаковые по исполнению, то есть вся эта серия, она по исполнению одинаковая, поэтому смысл доставать, ну, тут. Не, просто я повторил, другая краска. Да. Тингби серого цвета на колесиках, это маленький размер, Тингби еще был большего размера, 5300 в сером цвете. Если будет белым, я думаю, будет популярен, потому что был очень популярен, особенно среди салонов красоты. Шкаф а-ля Хэмнес Кантри, Дима его, кстати, сразу приметил, отметь, да, что понравилось? Ручка. Да, форма. Это офигенное решение. Ногти ломательные. И, ребята, штанга. Металлическая штанга. Крепкая довольно-таки. Я смотрю направляющие другие, вот, да? Сверху какие-то. Вон еще сзади посмотреть, как она дверь крепится. А давай вон туда залезь. Там можно? Да давайте вместе с вами. Сейчас Дмитрий Юрьевичу шкаф на голову. Ба-бамс! Что-то другое. Что-то другое? Да. В общем, шкафчик а-ля Хэмнес. Вот про Труфаст, который я пальцем тыкала, вот он. Он одного вида, но контейнеры разной глубины представлены. Маленькие по 350. Это мы с вами уже смотрели. Плавно перетекаем вот сюда. Ценника нет. Тумба под ТВ Хэмнес. В Икее была около 14-15 тысяч. Последний ценник. Сколько здесь, пока непонятно. На Яндекс.Маркете? Да? Немножечко. Затронем эту площадку. Подешевле. Ну, смотреть надо, сравнивать. Полки а-ля лак, но не лак, конечно, даже по толщине не лак. Фора 60 и 90 сантиметров, глубина 25, толщина 3,7, 1200 и 1350. Ты знаешь, мне кажется, что значит желтые ценники, как значили подешевле. В Икее. Это не подешевле, это минимальная цена в сегменте. То есть дешевле нет. А мы это сравним потом при монтаже. Да. Стеллаж Кантри открытый. Вот здесь меня вопрос смущает, или это недособранный, или это заводской брак. Иди сюда. Смотри, вот, тут вот очень нюансов полно. Вот тут можешь показать? Вот. Вот это вот что? Разошелся. Почему? Низ разошелся, потому что, смотрите, вот опять стоечка, вот она вот. Вот разошлась. И все пошло. А сверху нормально. Где-то, значит, в середине она отошла, рассохлась, что ли, не знаю. Не буду судить. Либо момент по сборке. Так. Потому что и задник разошелся. Ну, может, тут специально бракованный товар, как выставочный, сделали. Пока то, что похуже. Да? Поживем, увидим. Труфасты есть еще большие контейнеры, тем, кому это нужно для игрушек. Ценника нет, и мы, кстати, их больше не нашли. Если сейчас второй раз все-таки, ну, не если, а пойдем второй раз, мы поймем, есть они или нет. Пока Дима контролировал звук, я нашла интересную книжку. Просто больше неохота косячить. Больше неохота. Третий раз я уже не согласна. Смотри, тумблак, не помню, по-моему, около 1000 она ставила последний раз, плюс-минус. 2650 черного цвета. Кстати, серия лак вся в оригинальной киевской упаковке. Там есть мини-склад, мы сейчас до него дойдем с вами. Пойдем дальше. Столы лак сейчас в трех вариантах представлены. Большой белый 6750. Это самый большой лак, который был, в принципе, да, в ассортименте IKEA. Стол есть цвет черный, есть вот белый, да, который перед нами. 118,78 на 45 высотой. Цена сомнительная. 6700, что-то мне за бумагу. Да. Пойдем дальше. Просто классический белый лак стандартного размера 1250. И нам очень понравился маленький лак 35-35 на 35. Мне он нужен в кабинет на верхний этаж. 1050. Вот его, я точно думаю, мы прихватим. Сегодня же. Компенсация мне моральная нужна. За что-то, да? За что-то. Идем дальше. Кресло а-ля рабочее. Давай продемонстрирую прикол еще раз. Ценник 9250.
куда уехал? Ну, папа. Ну, его как-то зафиксировать, наверное, можно. Но Дима сказал, что не стоит этих денег. Ну, так, в принципе. Нет, есть аналоги, более комфортные, более, как бы, по настройкам более широкие. И? Не скрипучие. И не скрипучие. Пойдем пока дальше. Пока первое время. А, так, лампа из тонкого белого пластика на металлическом основании 1800. Диме цен плохо. А стол а-ля Линмон с ножками Альди с 4650 кардинально отличается по белому покрытию. То есть состыковать с Линмонами так, не получится. Попробую. Фокус. Перейди к нам, фокус. Не знаю. Дима ловит волшебный фокус. Поймал? Я не увидел. Ну, в общем, покрытие не такое матовое белое, а оно с какими-то сероватыми разводами. И если будут стоять столы рядом, это будет заметно. Ну и форма ножек тоже немножечко отличается. Так, это вот вообще моя любовь. Я понимаю, что мы никуда пока в дом это не впихнем. 16500, гунарет. Все то же самое. У гонорет очень классная ткань. Если вы хотите неубиваемые диваны, ищите диваны в этой серии, в этой ткани. Они даже когда в процессе эксплуатации вытираются, незаметна вот эта вытираемость по цвету. Плюс они хорошо набиты по пенополиуретану, то есть они комфортны. Вот если, например, на а-ля Хемнес садишься, ты попой чувствуешь деревянные планки, здесь ты не чувствуешь ничего. То есть кресло комфортное для отдыха. Можно я по борзею посижу? А-ля Калакс. На 12 ячеек, стоит 9750, ячейка чуть меньше, чем у оригинального Калакса, потому что коробка Дриона выглядывает на пол сантиметра. Ну, не знаю, тут это Танькина, да как бы это, претензии к этому, но я бы ничего такого а не увидел. А я увидела. А, ну и только вот с этой стороны. Да. Хорошо. Проведем эксперимент. Если у тебя будет вровень выпирать, как говоришь ты, да? Как ты будешь доставать? Он неудобен будет. Нормально все достается. Когда у тебя сантиметр чуть-чуть выступает, тебе даже вот сверху услышь меня, пальцы у икеевского Калакса размер ячейки был чуть больше, чем размер коробки. И коробка как бы была свободная, а не в натяг. Ну, у каждого свое мнение. Концепция другая пошла. Хорошо. Комод Хемнес, 5 ящиков, 25 тысяч. Нет, 6. Тут два маленьких. Все то же самое. Другая фурнитура, другие ручки, другая окраска. Да. Пойдемте покажем самый трэш. Арфель, по-моему, он назывался. Арфель. Ой, господи. Детский. Прям для маленьких. То есть вот взрослую попу сюда уже не посадят. Рояльный стул. У него регулировка идет высоты по винту. Да. Он не отклоняется. То есть для деток он удобен. Он чисто фиксированный и подъем по винту. И представляете, сколько это стоит, счастье? 8 тысяч. Вот так. 8. Так. Ребята, я не знаю, кто это делает. Стул, все. Наверное, какой-то президент, какое-то государство, наверное. Наверное. А стол кантри белый. А-ля Хемнес письменный 15 тысяч, кровать 1,80 на 2,33 тысячи, повторюсь, речное дно, кстати, будет вот продаваться отдельно. Нюанс небольшой, вот я сейчас постоял у комода, пахнет краской. Да? Принюхай. Слушай, может, не поэтому плоховато было? У Ики такого не было. Потому что мы когда вышли, и у меня состояние было мутерное. Мы просто расстроились немножко, Татьяна Павловна, то, что запорол димастый. Такой материал хороший. Так, ладно, давай дальше пойдем. Пойдем покажем речное дно. И опять же, фокус. Фокус. Смотрите, блин, у кого икеевские кровати? Место перекладины Скорого деревянное. Ну вы поняли, да? Или вам подсказать? Я уже сказала. Дерево. Я сейчас уроню матрас на тебе. Дерево. Дальше. А надо железку. Мальм, комоды двухъящичные, беленый дуб и белый, 6150. Это Татьяна, мальм, Икея. Я перебью. А вот сможете ли вы под кровать середину посмотреть? Там есть опора в середине? Нет. Я сам. Я в юбке. Смотрите. Утверждено.
кровать не для молодоженов. Нет. Вообще. Развалится. Да, на вторую ночь. А, диван, кровать, 19 тысяч. Это диван. Даже фокус потерялся. Да. Раскладывать мы его не будем, как Дима объяснил, раскладывается вот так. Да. А, тоненький матрасик, ну, в общем, такая вот условно дачная раскладушка. Обеденный стол Бюрста, 32 600. Один, я думаю, из больших Бюрст. Короче, мы договорились с Димой, что мы двигать, раздвигать не будем ничего, чтобы нас не выгнали. А, стулья Ля Каустби, кантри, мы смотрели их в белом цвете, они 5650. Белого цвета мы смотрели стол чуть ранее, вот он, под, ну, как бы грубо, да, Марил Кантик. 28 тысяч четырьмя стульями. Я хочу сказать. Ну? Дайте мне право это сделать. Не дам. Татьяна купила нам стол в новый дом. Да. Но я боюсь, и он кедали нам по размеру не подойдет. В принципе, я рассчитываю на круглый больше всего стол. А я не хочу новый покупать. Да. Если стол нам не подойдет, мы то мы его будем продавать. У нас есть белый и кедалин за 15 тысяч. Мы можем продать наш стол, да, с подписью Татьяны и Дмитрия. Прямо на белой столешнице. Нет, зачем, на коробочке уже. Или на инструкции. Это будет эксклюзивный подарок от нас. Все? За ваши деньги. Просто я тебя обожаю. А шкуры из овцы, из живой. Нет, мы дорого не продавать не будем. Мы... Нет, за цену, за которую покупали, да, 15 тысяч. Да, да. Мы не борзим. 2900, 2700 и 2500. Кстати, шкуры классные. Я специально сюда их выложила. Смотри, такая коричневая шкура, 2900. Они большого цвета. Фактура очень хорошая. Да, выделка классная. Да. Мне Дима нравится. Знает, о чем говорит. У него родители профессионально занимались выделкой шкур. Да. Я в этом вырос. Так, дальше поэтому идем. Прям... От меня это никакого удовольствия не приносит. Так, серого цвета. Она самая маленькая. Она стоит 2900. Темно-серая. Светло-серый барашек стоит 2500. Дим, ты показываешь? О, барашек. Это, кстати, на мою шубу похоже, да? Только... Многие так. А, это на искусственной основе. Многие в автомобиль покупают данный предмет. Смотри, Дим, вот эти, это овчина, а это искусственная. 2500, натуральные, 2700, 2900. Кстати, вот здесь ценообразование непонятно. Самая большая белая, можно прямо использовать как коврик, или даже, да, как это, в машину. Только единственное, я не понимаю, большинство автомобилей вообще, которые сейчас производятся, да? Они все с подогревом. Они все идут с подогревом, разноуровневым подогревом. Да. Не просто вкл-выкл, да? А есть уровень, два. Давай уровня так, подогрева сидений. На вкус и цвет фломастеры разные. Зачем? Не знаю. Давай дальше. А, коврики детские с рисунком, там, железная дорога, просто дорога, прочее. Маленький, который 75 на 133, 2900, ценник дикий. И большой, 133, по-моему, на 133, если я не ошибаюсь. Да, 133 на 133, стоит 4900. Татьяна, ценообразование, опять же, натуральный продукт. Искусственный. И синтетиком, да? Так, пошли дальше. Как это может быть? А коврик, который из кокосового волосна, синдал и очень сильно сыпется, 1350. Но он на резиновой основе. Знаю, что просто были любители этих ковриков. А джутовый коврик 450 рублей, 69% джута, 31% хлопок, 50 на 80. Колется, зараза. 450 рублей. Дальше коврики Багмук. 800 очень рублей. Очень популярный 800 товар был. Рублей. Был очень 800 популярный. Рублей. Был очень популярен, но не сейчас. Не услышал. Но не сейчас. А, подставки для обуви 350 рублей. Так, за валидолом, быстро. На место. Так, пойдем сюда. Шок-контент твой. Снимай еще раз. Уже не шок. Друзья, кому траст? Цена. Это уже не комод, это уже специи, его надо натирать в салат за такую цену, как мы в Катаре. Офигеть. Ты уже показывал. 6200. Это дороже, чем баррель нефти, блин. Тумбочка Хемнес, цены нет, но она есть. Классно, да? Цены нет, но она есть.
А что? А вот Труфаст, про который я говорила, маленький навесной каркас 2850. Здесь у нас, это детский стульчик. Потом металлическая тумбочка, может быть, столик, тумбочка, кто помнит. Кнарвик, иди сюда, покажи. Вот она. Ну, разбирать мы ее не сможем, она в раз. Она, она стоила в Икее около 1000. Китай. 2150 она сейчас стоит. Так, это мальмы, и вот о чем я говорила, столики лак. Вот они как раньше были, так они и есть. Оригинал. Оригинал, оригинал. Дальше смотрите, 1990 подушки, которые хорошо шли к икеевской мебели. Каплары, ко всем креслам высоким, садовым. То есть, кто, например, не успел или попортились, ну, под размер шить дороже будет. 1900 ценник более-менее адекватный. А дальше, тихонько, девушку сейчас собьешь. Игрушечный рай. Кстати, мини. Да, даже есть вот такие раритеты, которые давно уже в оригинальной Икее не продавалось. 2400, бабуля с волком. Медведь, это для меня слезная цена, 4200. У нас все старшие просили купить его в Икее за 1700. 4200. 1700 казалось нам дорого. Да, как-то дороговато за него было. Сейчас 4200, подешевел. Да, подешевело в три раза. 1050 подушка. У нас, кстати, Мейса сейчас на такой дрыхнет. Акула 200. 200 ведь? Да, 200 акула. Было 1200 или 1199, по-моему, цена. 1500. Окей, полторы. И, кстати, это... Не он? Херовей по более качеству. Более худой? Оно скомканное уже внутри. Вот, смотри, пустоватое. То есть такие игрушки быстрее в негодность придут. Слон стоил, по-моему, около 1000 с копьем, 2700. Золотистый ретривер стоил 599, 1075. Вот, кстати, более-менее. Ну, в общем, по игрушкам смотрите. Многие игрушки, иди сюда, как я люблю это слово, да, жебловатые стали. Хрюндель 1600. Честно, такое ощущение, что какие-то остатки засертифицированные и... Вот у меня такое чувство. Это сугубо наше мнение. Да, оно может отличаться. Да? Смотрите, подушки, одеяла, выставочных образцов нет. То есть подушку, у меня просто было, я Диме говорила, говорю, слушай, говорю, если найду подушку, которую люблю в Икее, я здесь ее куплю. Увы, нет, названия другие, поэтому мы уезжаем без подушки. Пройдись, пожалуйста, по постелям, по ценникам. Ну, в основном у нас Казахстан. Так, кстати, этот же Казахстан выходил на нас изначально, предлагали покупать большими партиями, но у нас с ними не сложилось, потому что у них условия сотрудничества вечно скакали, мы поэтому бросили это дело. Просто не разгон, 200. Не будем как бы это акцентировать момент на них. Короче, разгон цен на простыни от 1500 и далее. Есть немного сатина односпального, кстати, вот 300 односпальный сатинчик. Это у нас трикотажное бельишко. Так, мы зашли в подушки и в одеялки. Есть некоторое количество подушек, которые, в принципе, к Икее не имеют никакого отношения. И к Свитхаусу тоже. Иди сюда. Soft Sleep, Владимирская область. Ну, может, они просто начинают сотрудничать. Может быть, да. Ну, изначально такого не было. Вот они. Кто, понимаете, вот вы здесь подушку сможете подобрать только так, если у вас уже была такая подушка, вы точно знаете, какая это подушка, какой она у вас плотности была, тогда вы попадете. Адекватно стоит ортопедия, ну, такая, да, базовая, Розенскарм по Икее, 1000 с чем-то. 1800. Немного. Небольшое количество одеял представлено. Любимые всеми летние одеяла Мюсграсс, самое бюджетное, стоит 500 рублей. Пледов очень-очень мало. Получается вот раз моделька, два моделька, три моделька, 4, 5, 6, 7, 8 видов пледов. Пледы в основном маленького размера, больших пледов нет. Вид Мосса, который скупали всегда кучами, 590 рублей. Вот эти пледы
Сулпан к нам не успели попасть вообще. Они представлены сразу в четырех цветах: синий, зеленый, розовый и белый. Размер 130 на 170. То есть плед небольшой, диванный, либо на небольшую кровать прикинуть. Из популярных ингибрид, он только в белом цвете. Ценника я не нашла, и ценник здесь так и не появился. Размер 130 на 70. Не помню, около 2000 последняя цена была в Икее. Соответственно, здесь, наверное, 1000 под 4 будет. Турил, тоже старая серия подушек, по 160 рублей. Это размер у нас 35 на 35. Уже второй раз падает. Самые бюджетные подушки. Ну вот, вот так. Есть еще вот такие раритеты. Кошачьи. 390 рублей, тоже маленькая, 35 на 35. То есть, если брать с точки зрения комфортности, это хотя бы хлопковый чехол, здесь полностью полиэстер. Дальше из детской серии вот такая подушечка Бублик. Ее брали и на кроватке, еще ее брали как сидительную подушку на детские кресла. 690 рублей. Вазы. Ваз только буквально два вида. Градвиз розовый. Я очень люблю эту серию, она очень красиво смотрится. Честно, буду смотреть. Если не найду нигде похожие за более адекватную цену, скорее всего, будем покупать здесь. Потому что у нас будет сочетаться по стилю. Татьяна, ай. Валюра достаточно у вас. Да? Ну и хорошо. Идем дальше. Зеркала. Интересные формы, но это не Икея. Это прямо для свитхауса. Тут вот уже, как я понимаю, что-то побомбили люди. Потому что, когда мы первый раз снимали, зеркало было живо-здорово, уже не живо, уже не здорово. Лампан 1600. Ну, нездоровая цена. Это без комментариев. А, кстати, Лерста... Подождите, что такое 5500? Лерста 5500? И биться сердце перестало. Пройди, пожалуйста, по свечам, потому что у меня комментарии закончились. Первый раз мы как-то больше с эмоциями снимали, второй раз я уже охреневаю, просто хожу. Вот о чем я говорила, да, что какая нас ждала зимняя коллекция. Winterfit. Такая свечка стоит 600 рублей. Ну, она каждый год появляется. Да, потом вот эти свечки 1, 2, 3, 4, 1100, красные свечи. Я думаю, вот, это, вот, вот эти подсвечники тоже, скорее всего, ходили в серию Winterfit. Они более... Кстати, интересно. Металл 550 рублей. А зеркала Lotz довольно-таки популярные были в свое время в Икее, но Дима отметил, что они стали тоньше похудели и легче. Да, 1300 похудели. За 4. Постройнели. Ну, хоть кто-то стройнеет, но это не мы с тобой. А, ленты. Кстати, кто брал? Соответствуют ли они все-таки икеевскому оригиналу? Очень на это надеюсь, потому что до сих пор для себя так и не нашла чистящих лент хороших. Надеюсь, мы увидим комментарии до 1 июня. Угу. Даже чуть-чуть попозже, да? Потому что мы еще раз приедем в Москву после Узбекистана. Если в комментариях подтвердят информацию, что они такие же, как и в Икее. А, ты хитрый, ты решил не покупать, подождать, кто это еще скажет. Ладно, поняли тебя. Ну, а что делать? Жалюзи Шотис белые, 500 рублей за штучку. Более-менее. Размер тот же 90 на 190. Но мы ими спасаемся в офисе для того, чтобы закрыть то, что нужно закрыть. Я, знаешь, что думаю? Наверное, ты сейчас на третьем этаже мы шотисы сделаем тебе. Да? Да. С двух сторон. Подклеим. Ну, я тебе покажу, как делать. Как скажешь. Серия а-ля скуп. По плотности примерно такая же, чуть-чуть потоньше ткань. 1100 за одну коробку для обуви. 1100 за одну коробку. Не набор, а вставляемый ящик, который очень хорошо раньше шел в ПАКС, и другие шкафы. 730 рублей, это который из маленьких разных ячеек состоит, для белья, для всяких разных мелочей. Коробок всяческого размера очень-очень много. Даже есть из старой серии вот такой, да, модуль для белья. Помнишь, у нас такой раньше был? Да. 2000. Он стоит, обычно он вертикальный. Ну, да, места нет. 2000 он стоит. А коробки, которые шли для самых бюджетных стеллажей, стоили 199 рублей, стоят 600. Кстати, надо посмотреть, у нас, по-моему, есть остатки какие-то на складе еще. А дальше подвесные модули а-ля скуп стоят 1250. Вот они. Но здесь прям один в один даже по этим. Поэтому... Третий раз. Без комментариев. А, ведро понравилось, кстати, по цвету. Такое а-ля soft touch, матовое. Объем 6,8. Можно использовать как кашпо под цветы. Только дырочку просто. Да, вот в донышке. 190 рублей, розовые и голубые.
Ведро для мусора, цвет белый. А, нет, вот они, эти ведер нет. То есть ценнички немножко местами не соответствуют. А, ведро Snap 1700 для мусора с откидной крышкой. А, варьера, да? Самое интересное, 500, почему-то внизу. 590 рублей, если не ошибаюсь, да, 590 рублей. Такое универсальное мусорное ведро, которое очень часто брали медцентры под бахилы. Так, да, это все вот грубо скуп, в двух цветах представлен. Контейнеры Truefast маленькие, 310 рублей. Цвет только черный. Сам Лешка, ценников нет. Тоже 22-й год. Ну, у меня реально ощущение, что это производилось до и, соответственно, здесь до продается. Просто кто-то заранее купил. Да. А, набор детских вешалок 240 рублей. Есть просто синий, есть разноцветный. Розовый а-ля Багис 340 рублей. Я в Леруа белые купила дешевле. Причем такие же. А дальше идем. А, самая бюджетная была подставка под планшет 280 рублей. Сейчас только в белом цвете. Они были черные, розовые. Всячество цветов было. Вот она. Так, вот давай-ка вот посмотрим мои любимые контейнеры варьера. 340 рублей. Кстати, более-менее, потому что они были где-то 240-290. То есть относительно. Вот такие подставочки под телефон. А, до сих пор помню, мы так и не смогли поймать партию, то есть они прям убегающие были. Были они по 50, по 69 рублей, сейчас они 190. Контейнеры детские глисс 590 рублей. Кто любит жить без них, ну, все не может. Мы их знаем. Да. Объяснять даже не стоит. Это не ассортимент. Единственная вот такая сумка, 2850, сумка-корзина. Кстати, а нам не пойдет в ванну? Нам надо под раковину жесткую. Жесткую. Жесткую? Хорошо. Как скажешь. Тапки зайками. Это что-то как-то хох уже напоминает. А, так, а вот этой серии, в принципе, в Икее не было. Очень напоминает определенную серию, но стилистика, суть другая. Поэтому, ну, как бы она просто есть. Да? А, что еще? Вескин 2200. Давай пропустим, нас ждут. Металлическая мыльница 250 рублей. Кстати, интересно, ее можно даже использовать не только как мыльничку, а если прошурупить, просверлить, да? Все верно. Вот. Очень-очень любимая вот эта серия была у клиентов. В каждом заказе практически. Было, да. Особенно, когда люди только начинали знакомиться с ассортиментом IKEA. Проварка 400 рублей. Ты где? Угу. Ну, тоже объяснять не стоит, все прекрасно ее помнят. Как уже сказала, есть товары, которые никогда в Икее не продавались, но здесь они есть. То есть под Икею. Набор бутылок 220 рублей. Дима их любил использовать под масло и под всякие наливательные. Масло, да. Очень хорошо дозировать можно. Да. При приготовлении пищи. Но так как Дима жарит на растительном, а я жарю на топленом, я их как-то не воспринимаю. Они для меня больше соусные, либо будут блинчики куржевные делать. Подставки железные под приборы. Единственное, что нет донышек, поэтому будет не особо удобно. 480 рублей. Набор IKEA 365, то, что раньше продавалось штучно, теперь 3 штуки. 3 штуки 1550, то есть, ну, в среднем 500 рублей за набор. Я тебе хочу сказать. Ты запарковаешь весь проход. При открытии магазина были контейнеры а-ля Прута. Да? Прута. Я их что-то не наблюдаю. Спрутили. Значит, разобрали. А, скалка 1350, терка 590, дуршлаг а-ля Идеалиск 340 рублей. Все, в принципе, то же самое. Вот эти варежки очень люблю. 270 рублей. Варежки уж что-что неушибаемые. Так. Вот этот дуршлаг еще хотела показать, очень удобный и, кстати, очень адекватный ценник, дешевле точно уже не будет. 999 рублей, особенно для большого количества ягод, то, что сейчас уже начинается сезон, его классно использовать, он еще на ножках стекает. Щетки для мытья посуды в Икее последний раз они стоили 59, здесь 70, ну, ребят, вообще, как бы, да, разница ни о чем. А, про подушки мы уже говорили, мы их показывали в других отделах, губки показала. А, кстати, любимый коврик для мытья посуды 280, ну, две цены в Икее был. 149.
был еще серого цвета, здесь сейчас только синего. Что хочу, Дима, обратить внимание, появились товары, которых давно не было в Икее. Например, вот этот пресс для картофеля, его практически не было последнее время. Не, он был, но как завоз от завоза. Да, очень редко. Здесь он в свободном доступе 810 рублей. Подставка для кухонных принадлежностей есть еще меньшего формата, 480 рублей. Здесь же у нас, кстати, неплохой нож для чистки, но резиновой любимой серии нет, то есть это не самый удобный из ножей. Я и больше был поклонник. 150 резиновый, в Ардагине. Икея 365. Да. Аналогично, проверяйте, камешки точильные. Да. И водичку наливайте. 500 рублей. И капатинат. Самый популярный товар. Фокус. Фокус тролля-лякус. Слушай, это овощной нож. И не мойте его. Ржавеет механизм. Дим, это не ножи в Ардаге. Это жибылость. Так, вот эти штучки мы сейчас покажем на той стеночке. Для меня вот моя любимая штука. Кстати, Болгария, Италия, Франция. Как-то странно. Все три страны одновременно делают. Пока к нам ехали, да? Да. Через все прошел. Поднос крутящийся. 1750, если я не ошибаюсь. Кстати, ценники на самих товарах. Да, 1750. Ну, прям это, подносики хорошие. Обычно они были, быть их было не так много на выбор, и они были с дефектами. Так, здесь. А сито про муки, что скажешь? 340 рублей, сито для муки. Сито для муки 340, оно было около 200, слушай, ну, куда ни шло. Наверное. Кстати, мы вот про эту штучку забыли. Вот они, да, тоже Winterfeed, набор для печенек. Металлические. Для маффинов. Потом лист для раскатки, коврик для выпечки. 1800. Один из самых бюджетных подносов, который был в Икее, 350 рублей. Форма для пирога маленького. 460. Это кольца для выпечки. И, кстати, многие клиенты использовали для каких-то закусок и салатов. Вот, ну, если большое кольцо, набор 340 рублей. Тоже, кстати, адекватно. Форма для пирога двойная. 860. У меня она до сих пор живая, а тефалевская быстренько как-то пришла в негодность. Поэтому здесь тоже считаю, что адекватно. Хлебница, кстати, смотрим цену. Это еще и киевский был. А? И киевский еще был. Да. Так. А, подожди, вот она. 3500. Пойдем. Пруты есть. Татьяна да. Павловна, просто я забыл. Да, ее не увидел. Посмотреть так, идем сюда. А формочки были розовые, зеленые и еще с рыбками голубые. Здесь сейчас розовые, зеленые 390. Новые формочки появились 410 рублей. Здесь получается, как бы, ну, киты и кораблики, здесь ракушка и звездочка. Термос 1290. Сумочка для завтрака. Фладик. Кстати, икеевские товары здесь не контрабанда, все через растаможку и через соответствующую сертификацию. Поэтому совершенно спокойно можно покупать. А дальше идем. Пакеты с зип-замком а-ля Истат. Литровые. В единственном размере. Печаль. Сильно поюзанные. 500 рублей. Даже Дима не знаю, сколько это стоило. Уже, да? Да. А Прута 180 рублей за 3 штуки. Икея 365 круглый на 750 миллилитров. 3 штуки 1350. А Икея 365, в принципе, представлено много. Контейнеры эти хорошо ходят. А Эктик 160, кстати, Эктик делался в России, можно поискать, скорее всего, производителя под своей маркой что-то делают. А дальше пойдем, вот эти бутылочки Коркин, скорее всего, это должна была быть прошлая весна либо лето, 450 рублей, 0,5 литров. Баночки Вардагин маленькие, 320 рублей, у кого есть большие банки под спагетти, и вы побили крышку, но вариант только покупки маленькой, потому что они стыкуются. Салфеток на самом деле немного. Это были бюджетные салфетки 210 рублей.
делается в Китае, до этого они делались в Болгарии. Поднос только один, детский, 540 рублей, тоже Китай. Ну, уже братья китайцы. Да, братья китайцы. Полностью вся детская серия посуды, тарелки, мисок только нет, стаканы и ложки-вилки представлены. Так, идем сюда, вот они в Winterfeel, о чем я говорила, да? Новогодняя серия, 790 рублей. Хотите так, хотите в такой коробке, хотите в такой. Икея 365, форма для запекания стеклянной, 650 рублей, штучно продаются. Мернички вот такие, 140, кстати, адекватно, они также примерно и стоили. Как будто одного среднего не хватает. Говорил, не говорил. Ну? В этом магазине собралось самые популярно продаваемые товары в Икее. Именно масс-маркет. Угу. То есть вот так смотрим, ощущение, как будто наши клиенты. Да, по статистике, это вот как раз даже и по нашей статистике полностью совпадают все эти товары, да, которые мы привозили, можно сказать, пачками, мешками. А, так, смотри, заклеено, Грея. У нас они тоже, по-моему, еще оставались на складе. 250 рублей, они в Икее были 150, ну, в принципе, более-менее адекватно. Набор чайных ложек 530 рублей за 6 штук. Салфетки только такие. А Матага 850 рублей в черном цвете. Других нет. Кто их будет покупать, непонятно. Любимые разделочные доски, умноженная цена на 2, 300 рублей. Салфетки из морской травы 1300 за штуку. Короче, если в Икею зашел и так цап хотел потратить и 10 тысяч нет, то сюда зашел, цап и 50 нет. Идем дальше. Ножи нержавейка. Ценник не сильно отличается. Были около 900, 10 тысяч, но они не стоят дороже. Нет смысла, значит, покупать вообще не буду. Ложки отдельно. 4 штуки, 630 рублей. Мне что понравилось, вот такой столовый набор. Вилка, ложка и нож. 600 рублей, 590. Это походный вариант, получается? Слушай, это не походный, это вообще домашний. Вот мне бы на покатушке бы это очень пригодилось бы. И давай. На чем? 590. Сейчас возьмешь? Да, возьму, наверное, все-таки. Надо что-то купить, да? Ну, я езжу не один. Так, все. Ваши братья эндурные сами себе покупают все. Вот видите, вот, вот так всегда. Придется кушать нам обычными ложками. Вот обычными покушаете. Газельки. Молоток. Для мяса стал другой, 1100, металлический. Похудел. Похудел, пожиблил. Полегчел, ручка стала. У тебя совершенно камера другая. Вообще? Это не моя камера. А. Так, смотри, вот интересная штучка. Набор подносов, 3 штуки, 1600. Вот такого не было. Разного размера. Можно, кстати, даже, да, объединиться. А? Бамбук? Они бамбуковые, они неубиваемые. Можно объединиться, либо для кафе и ресторанов очень хорошая история, они просто неушибаемые. Поднос на ножках, пластиковый столик, 780 рублей, идеально, вообще претензий нет. Отдельно самый большой поднос с ножками, кстати, столик и из бамбука, тут 1700, тут 1800, сколько, наверное, скажу точно на кассе. А потом с ножками поднос. Был такой из без ножек? 2700. Это столик, бамбук с фанерой. И ну, она с ножками как раз себе в кроваточку. Да. Ну, я в кроваточке предпочитаю спать. Ну да, у нас нет такой привычки. Есть в кровати, не люблю. А, давай посмотрим мелкую мелочушку. Иди сюда. Ножи мы уже посмотрели. Кисть 170 рублей. Кстати, это кисть из серии Гриль. Очень хорошая, удобная и прям долго играющая. А, ножи. Нержавейка, кстати, были тогда первые ножи в 2010 году, с которыми пошло наше знакомство в Икее. Набор для гриля 650 рублей, кстати, очень хороший адекватный ценник, хороший плотный металл, то есть вот тут адекватно. То есть некоторые цены даже прям вот как были в Икее. Для бытового использования вот так. Лучше нет. Да. Так, это мы все показывали. Штопор 390. Ну, тут, в принципе, по этой стене все. По посуде. Посуды немного. Большинство упаковками по 4 штуки. Сейчас Дим проводочку сделает. То здесь уже смотрите сами. Либо вы возвращаетесь, да, к посуде, которую вы любили, либо меняете на какую-то другую. Посуда, которая у нас делалась на одном заводе с люминарком. Слушайте, напомните мне, пожалуйста, название, я убей забыла. Потом они перешли на Китай. Это, кстати, тоже Китай, но более плотная. 180 рублей. Давай проверим. Давай. Кто много лет нас смотрел, прикол знает.
Преминар, так и дипрогрейт. Да. А, так, что здесь у нас еще есть? Здесь есть у нас а-ля серия Фергрик. Голубые миски, 4 штуки, 990. Кое-что есть, можно покопать а-ля Динейру, найти. Как уже сказала, стеклянная посуда представлена, да, отдельно мисочками, тарелочками. То есть, у кого наборы расшурошились, пожалуйста, можно. Здесь не икеевская история, от слова кроме совсем. Одного кружка. Кроме, да, кружек Фергрик, синие, голубые, белые. Их 4 вида, 3 вида по 4 штуки. Салфплик. Вот за этой серией гонялись все год назад. Она была просто на пике популярности. Кстати, пожалуйста, кружка Динейра в серо-бежевом цвете 200 рублей. Ну, но более-менее. Она недолгоиграющая, от ложки. Она быстро царапается. Да, следы видны. В принципе, все. Это уже другие, скажем так, бренды. Мы пошли на выход. У нас получилось. У нас все есть таки звук. У нас есть картинка. Я сейчас еще раз проверю. Значит, я оператору прибью. Стедикам сел, батарейку поменял, пишем концовку. Звук есть. Татьяна Павловна, сегодня не бегай за мной. Бегать не буду. Нет, я уже повеселела к концу обзора. Так. Мы все, что мы кстати, второй раз получился динамичней. Все, что мы забыли рассказать первый раз, мы не уж все учли и рассказали, по всем полочкам прошлись. Можно я вывод свой сделаю? А может, я сначала, а потом ты? Ну, я обычно всегда коротко говорю и понятно. Ну, давай, после тебя уже сказать нечего. Да, хорош. Это не Икея, еще раз повторяю, друзья. Это магазин продуктов в стиле шведских товаров. Ну, образно так сказать, да? И с нашими реалиями, то, что Икея ушла, да, это еще не совсем страшно. Жить вообще можно. Да, ну, жить можно почему? Во-первых, Леруашка набирает обороты по товарам из Икеи. Да, они также называются все по-другому, но уже я видел лично глазами своими, да, у нашей маленькой Леруа Берлен город Саранск, что есть стулья АД, табуретка просто в разных вариациях, треугольный, квадратный, круглый и так далее, и так далее. Шариком. Да, там всякие есть, да. А Калакс есть. Ну да, он более худой, он не такой плотненький, широкий, да, но тоже ячейки. Также есть полочки лак, пожалуйста, да, они не такие толстые, но они же тоже, также исполняют ту же функцию, такое же крепление. Команды Мальм, ну и так далее, и так далее. Я все не буду перечислять, можете сами зайти на сайт и посмотреть в Леруа Мерлен разделе мебель. Это все есть. Плюс Яндекс.Маркет никто не отменял. Там тоже практически достаточно. Ну, есть ассортимент, да. Ну, много чего можно. Но, да, там есть что выбрать. И, кстати, цены, ну, я сказал, не совсем прям дешевые, но хороший среднячок. Чуть-чуть завышенный, хороший среднячок. Вот так вот. Ну и, как все говорят, не очень любимый Хофф. Там тоже есть некоторые моменты есть по мелочевке. И некоторые моменты по мебели. Не так много выбора, да? Особенно мягкая мебель есть похожая в стиле Икея. Надо смотреть. Поэтому совсем мы не расстраиваемся по поводу этого магазина. Просто в наших реалиях нам приходится выбирать, поискать и смотреть различные ресурсы. Ну, да, это неудобно, но это есть. Имеет место быть. Да, поэтому дайте шанс этому магазину развиться, и Татьяна Павловна продолжает. А ты все сказал? Ну, ты не говорила, что о них планах еще. Я вначале говорила. Да, вначале говорила. Да. А смотри, что я теперь тогда хочу добавить, раз Дмитрий Юрьевич монолог окончил. Мы дальше планируем обставлять наш дом. У нас уже мы находимся на стадии переезда, финалимся. И в обзорах мы будем показывать, что выбираем, по каким критериям выбираем. И из каких магазинов. И из каких магазинов. Поэтому следующий контент будет такого формата. А потом плавно перейдем на Леруа Мерлен. Хоть, ну, закончу, да? Хоть я увидел оценку этого магазина на Яндекс отзывов. Один. Это для меня рекорд. Я ниже еще такого не видал, да? Вы, можно сказать, честно слово, вы обосрали этот магазин прям нормально. Я думаю, эта оценка немножко преждевременная. Дайте магазину открыться 10, ну как так говорил уже, что вначале у него планы расширяться и расширять потихонечку ассортимент. Это только начало. Он пытается выйти на рынок, но
нет таких денег ни у одного предпринимателя, да, или бизнесмена, который может именно открыть альтернативу IKEA. Но это невозможно просто. Поэтому давайте наберемся терпения. Подождем. Давайте посмотрим, что будет дальше. Да, да, да. А выбираем, а тем не менее, судить. Мы все равно головой и смотрим сами. А потом будем судить. Кидаемся мы, что там написано IKEA, либо подбираем аналог за те деньги, которые нас устраивают. У нас, в принципе, все. Мы полетели дальше. Есть еще рабочие встречи в Москве. Я очень жду вас в комментариях. Давайте пообщаемся по этому поводу. Я люблю дискуссии только с адекватными людьми. На комментарии в YouTube отвечает Дима. Да, да, да. Я буду очень раз и соскучился по вашим комментариям. Все. Я прямо вот отвечу каждому. Я ушла.